Как делишь, крепятишки, с вами снова Эдисон. И не спрашивайте, почему я так тихо разговариваю. А потому что, ну, сегодня мы с вами будем играть в прятки. Я буду просто брать у кого-то предметы из дома ненужные, пока никого нет дома. Ну, ты понимаешь, о чем я. И прятаться от хозяев этого дома. Я вообще не вор, я просто мусор у них буду забирать из дома. Они мне потом скажут, хотя нет, они мне спасибо даже говорить не буду, потому что я добрый вор. Я не буду хвастаться то, что я у них из дома нужный мусор мне вынес. Я ничего не буду делать, я просто вынесу и убегу. Я добрый вор. Это самые странные прятки на этой планете. Не обращайте внимания. Вот смотри, я просто проник в этот дом. Я ничего не планирую. То, что вот тут где-то валяется, допустим, где-то у нас тут валяется вот DVD-проигрыватель. Я его просто заберу. Он уже не работает. Я его просто заберу и вынесу. И этот телевизор я тоже просто его возьму и поставлю вот тут возле входа. И потом заберу и вынесу. Он просто поломанный, не обращайте внимания. Так, хозяев дома нет? Нет, хорошо. Тогда я могу еще что-то найти и вынести на улицу, пока они меня не заметили. Это просто прятки. Мы играем с ними в прятки. Я добрый вор. Не обращайте на меня внимания. Но я надеюсь, тебе понравится эта серия. Пряток. Давайте будем ее назвать прятки. Я никого ничего не ворую. Я просто играю с ними в прятки. С хозяевами вот этого дома. Досмотри этот ролик до конца. Если он тебе понравится, влепи, пожалуйста, огромнейший лайкусик прямо сейчас на этот ролик. И если мы наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что выйдет новая серия, где я буду грабить дом, но уже следующий дом. Дом какого-то миллиардера или, допустим, блогера твоего любимого. Не ленись, пожалуйста, поставь лайкусик и громко давай мы с тобой не будем разговаривать. Потому что у меня есть список, что я должен украсть. DVD-проигрыватель, газонокосилку, браслет, шкатулку с украшениями, радио, карманные часы, мобильный телефон и... Что это такое? О! Взял, да, зашибись. Карманные часы я взял, мобильный телефон и слиток золота. Офигеть, у тебя есть дома слиток золота? Если есть, напиши, пожалуйста, в комментариях свой адрес. Ладно, ничего не пишу, я шучу, не надо никакой адрес в комментариях писать. А то реальные воры, уже не те, которые будут играть с собой в прятки, придут к тебе домой. Так, ладно, что я должен еще взять? Газонокосилку. Какую, мать его, газон... Да ты заткнись, уже заколебал! Я понимаю, что я ору, но про эти сраные часы, которые... Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, хватит, ёпты. Да, я очень умный, я... А вообще, дома кто-то есть у меня такой вопрос? Почему до сих пор меня никто не заподозрил? Так, что я должен взять? Газонокосилку. Что, где у нас газонокосилка должна быть? Так, тут я что-то могу взять? Браслет! Да. Хватит. Все, света дома больше никогда у вас не будет. Я не знаю, кто тут живет, я не знаю. Работает свет? Нет, не работает. Зашибись. Твою мать! В смысле часы работают? 12 часов ночи. Да тихо! Кто там орет столько где? Как только я вышел звездюлей всем надавать, сразу все прекратилось. Огурчик! Огурчик! Огурчик я себе заберу. На всякий случай. Отпустись, огурчик. И вот водяру или что это тоже заберу на всякий случай. Так, это у нас... Я уже обосрался, то, что кто-то домой зашел. Газонокосилка. Я зачем вору? Зачем? Я не вор! Я не вор. Я просто прятки играю, помните. Это самые безобидные прятки. Так, ага, а тут я смогу свалить, да? Вот через вот эти двери я смогу свалить. Так, что я еще должен взять? Шкатулку с украшениями, радио, мобильный телефон и слиток золота. Запомните, ребята, что это такое? Нет, это не то. Что это такое? Это что это? Это статуэтка какая-то? Да. Она мне точно не нужна. Опа. Монтировку мне точно не нужна. Машина приехала. Твою мать, машина приехала. То есть кто-то домой вернулся. Твою мать! А через какие двери ты зайдешь домой? У меня вопрос. Через вот эти? Твою матушку. Так, мне еще 4 предмета нужно украсть. Thank you.
Зайди, пожалуйста, в гараж. Ну тебе 100% не нужно в гараж. Твою мать, как ты меня обнаружил? Срака! Ладно, ладно, может я слишком какой-то медленный был. В этот раз я не зафейлю. Так, хорошо, по новой, все по новой. Фу, блендер, какой мать его блендер? А тут, тут даже обновляются вот эти все предметы, которые нужно своровать. А, алмазное кольцо, ваза, телевизор. Так, я знаю, где телевизор, я знаю, где телевизор. Быстренько, быстренько, быстренько побежали. Я знаю, где телевизор. Дальше, дальше, дальше. Ваза, DVD-плеер, DVD-плеер. Это не DVD-плеер, а... Тут даже предметы обновляются, то есть они уже в другом месте. Твою мать, как это сложно! Я думал, намного проще все будет. Ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного. Так, что у нас вот тут? Ага, выход сюда. Ёханый бабай, я даже не помню, что мне нужно. На блендер. Где блендер? Блендер, 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 блендер. Вот блендер. Вот блендер. Нет, это не блендер. Это кружка. Вот блендер. Блендер, так. Ага-га-га. Велосипед. Зачем велосипед вору? С ума сошел. В тот раз газонокосилка. Сейчас велосипед. Ваза. Где ваза? Где ваза? Тут бабло! Тут бабло просто наверху лежало! Ты мне говоришь вазу какую-то забрать! С ума сошел, там просто столько бабла наверху лежало! Какая мать его ваза? Сумасшедший! Ваза, вот ваза. Так, ваза. А DVD-плеер, кольцо, наушники и золотой слиток. Гитара. Гитара мне не нужна случайно? Нет, гитара мне не нужна. Так, где я могу алмазное кольцо найти? Точнее, кольцо с бриллиантом. Где? Ёханый бабай, как все сложно. На первом этаже больше ничего нет. Наушники, ребят, если вы заметите наушники, пожалуйста, кричите в комментариях. Потому что... Эй, Сан! Эй, Сан! Там наушники были! Что это такое? Телефон. Телефон мне не нужен. DVD... Ты уже заколебала меня! Так, хорошо. Давайте отправимся на второй этаж. Я надеюсь, что на втором этаже что-то будет. Есть... Твою мать, а! Вот! Браслет, нет. Столько там бабла лежит! Бабло. Ага, вот шкатулка. Буду знать в следующий раз, если буду что-то воровать. Сейф! Сейф! Там сейф есть! Что в сейфе? И вот эти двери закрыты. Что в сейфе? Ребята, что в сейфе было? Еще бабло. Почему у них бабло в туалете? Я знаю, что громко, но что делать? Так, 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 что мне еще нужно? Вот, DVD-плеер. Наушники, наушники, наушники. Тут, если тут компьютер, значит тут должны быть где-то наушники. Тут нет наушников. Где этот дебил наушники хранит? Ага, ага, что тут, что тут? Тут тоже ничего нет, прекрасно. Ёперс, это... Что еще нужно? Наушники, золотой слиток. Ага, где я вам золотой слиток возьму? И алмазное кольцо. И кольцо с бриллиантом. Зашибись просто. Ёханый баба, ты чё меня пугаешь? Тут ничего нет. Тут тоже тут бабло. Ну, ничего нет, только бабло, конечно. Так, что это такое? Нет, это мне точно не нужно. Кольцо с бриллиантом. Не кольцо с бриллиантом, нет. Твою мать. Ни хрена нет, тут всё пустое просто. Все пустое! Еще и он вернулся. А, бабло, вот бабло тут, просто бабло. Ага, просто бабло. Как мне зайти в эти двери? Как зайти в эти двери? Ну, сейчас двери открою, да? Или... Не. Я знал то, что я еще убегать могу. Туп зелет, заныкаемся. Твою мать, твою мать. Включи свет, ничего не вижу. Ничего не вижу, включи свет, чуп зелет. Пожалуйста, 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 уже домой вернулся. Дайте мне убежать с гаража, пожалуйста. Я сбежал. Я налутал 1212 баксов за 4 минуты 36 секунд. Это было сложно на самом деле. Это
У меня аж сердцебиение ускорилось, на самом деле, я себе реально каким-то... Каким-то вор. Я не вор. Мы просто играли в прятки. Видим, то, что изначально я играл в прятки. Я изначально просто от него прятался, чтобы он меня не нашел. А потом мы с ним играли в кошки-мышки, в догонялки. Я от него убегал, он меня догонял. Я не вор, я безобидный майнкрафтер. Ох, короче, мне тут предстоит пройти полностью эту игру. Тут, как я знаю, 8 заданий, 8 предметов, которые нужно украсть. Каждый новый уровень, они разные. Каждый новый уровень, они находятся в разных местах. Допустим, я сейчас запущу еще раз игру, и сейчас мне нужно украсть телевизор, барбекюшницу, кольцо с бриллиантом, геймерскую консоль, наверное, PlayStation, браслет, блендер, статуэтку, вот, краски статуэтка. А вот, в прошлый раз статуэтка тут была, сейчас ее тут нет. И золотой слиток. А золотой слиток все же, наверное, находится в сейфе. А как открыть вот этот сейф, мать ее? Как зайти вот в эту комнату? И как открыть вот этот сейф, который находится вот тут? И какой тут пароль, что самое главное, потому что я на самом деле не представляю, какой может тут быть пароль. И как я должен зайти вот в эту комнату? У меня еще такой вопрос. Ладно, но что находится в этом сейфе? И смогу ли я полностью пройти эту игру, украв все вот эти нужные предметы? А не просто 3 или 4, как я сделал в прошлый раз. Мы это узнаем в следующей серии. И как я уже сказал, пока не пришел владелец... Мы с ним просто в прятки играем, не обращай внимания. Пока не пришел владелец, ставь лайкусик прямо сейчас на этот ролик. Я обещаю, набираем 25 тысяч лайков. Сразу же выйдет продолжение. Мы постараемся узнать, что же находится в сейфе. Я надеюсь, что я смогу это выяснить, потому что мне на самом деле интересно. Золотой слиток или голова его соседа? Может, он вообще маньяк? Он же как только меня увидел, сразу начал бить, а я же с ним просто в прятки играл, ну безобидный я. Ставь лайк, я буду сейчас сваливать отсюда, потому что он сейчас придет, а мне нужно отсюда свалиться это все время. Подпишись, пожалуйста, на канал и нажми на дрин колокольцы, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики и стримчатки. Спасибо всем за просмотр. Дай мне сказать, спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.